Мужчины, дабы защититься от чересчур агрессивных преследовательниц, выдумали романтический обычай, согласно которому инициатива при решении сексуальных отношений должна исходить от мужчины. Но выдумка эта так несерьезна, что даже в театре, этом последнем прибежище нереального, ее удается навязать только самым неопытным. У Шекспира инициативу всегда принимают на себя женщины. Как в проблемных, так и популярных пьесах Шекспира любовная линия строится на том, что мужчина становится добычей женщины. «Мой Дон Жуан не охотник, а дичь. И все же он настоящий Дон Жуан, опрокидывающий условности». Джордж Бернард Шоу. Дон Жуан дает объяснение. С течением времени обо мне начали распространяться слухи, источником которых были глупые выдумки моего слуги Лепарелла. И, наконец, я прославился как неисправимый распутник, после чего стал еще привлекательней. Такая репутация растет, как снежный ком. Светские сплетни были полны самых невероятных историй обо мне. Моя семья порвала со мной, и у меня оставалось достаточно испанской надменности, чтобы презреть все попытки к примирению. В составленном Лепарелло списке моих побед значились 1003 женщины в одной Испании и множество в других странах, где я никогда не бывал. Женщины, которые считали ложью всякую правду обо мне, отнеслись к этой немыслимой цифре 1003 с полным доверием. Среди прочих в этом списке стояли имена 6 женщин, которые были страстно влюблены в меня. И еще 15, которым я сделал 2-3 комплимента. Все остальное было выдумкой. Причем многие имена слуга списал из конторских книг своего отца, владельца винной лавки. «Вы говорите, обо мне написано величайшее из опер? Я хотел бы посмотреть, как это выглядит на сцене. Но скажите, дают ли они правильное представление о моей личности? Показано ли, что сам я никогда не влюблялся? Что я всячески старался напомнить женщинам об их долге и непреклонно противостоял всем их уловкам? Это объяснено? Нет?
скорее наоборот. Странно, как прочно клевета пристает к репутации человека. Я известен как распутник, хотя заслуживаю этого меньше, чем кто-либо другой. Все были бы ужасно разочарованы, если бы узнали правду. Жены моих друзей, когда я отказывался бежать с ними и даже угрожал рассказать обо всем их мужьям, если они не перестанут преследовать меня, называли меня рыбой и бесчувственным чурбаном. Вероятно, вы с ними согласны?